Продолжаем работу над первой частью симфонии-концерта. В прошлый раз мы остановились на том, что закончили экспозиции, и сейчас займемся изучением того, что называется разработкой и репризой. Алина, пожалуйста, сыграй несколько тактов до вступления виолончели. Итак, что у нас получается? Огромная экспозиция, буквально помимо главной темы, несколько связующих, несколько побочных или несколько заключительных, как угодно можно произносить, и достаточно коротенькая разработка, которая у нас зиждется на определенном материале, который задан в первую очередь во вступлении. Вот этот мотив. Там. С чего начинается симфония-концерт? Сейчас она переходит как бы к виолончели. Вот. Я не стал целиком проигрывать все то, что написано в оркестровом материале перед вступлением виолончели. Там, как известно, у нас разрабатывается побочная партия. Вот, а вот здесь как раз вступает виолончель. Значит, что нужно здесь учесть? Я тебе это уже говорил, но просто как-то это не очень четко выяснено. Ну, недостаточно отражено, я бы сказал тебе. Понимаешь, там же там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Тот материал, который пойдет потом у оркестра. Когда ты будешь играть свою триолю, там пам-пам, не ставится форцанда. У тебя сфорцандов нет, но где-то предвосхитить вот эту самую четвертую долю, или если на четыре дирижер, где-то вот раз, два, три, четыре, это восьмой, конечно, это как бы последнего, или последнюю восьмую в такте, все-таки надо чуть-чуть, не то чтобы пизать, но чуть-чуть вот уделить ей время и не наскакивать на нее. Ям-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. За счет этого появится та самая пизантность, которая требуется в этом эпизоде. Прямо пам-пам. Вот, хорошо. Хорошо. Вот именно, понимаешь, тогда получается, что мы и темп не сажаем, и в то же время мы как-то сразу на себя берем внимание, понимаешь, и сразу переводим это в русло немножко другого ритмического напряжения, да, и подготавливаем тот материал, на основе которого ты пойдешь своими триолями. Это очень хорошо. Прямо следующие два такта. То же самое надо сделать. Согласен с этими штрихами. Там вот так. Они. Ты играешь? Да. Да, уже хорошо, только все-таки опять же четвертая доля, она вот здесь уже у него, или будем сказать, или можно сказать, ну, четвертая и восьмая, да, у него все-таки обозначена вот этой черточкой. Вот это. Это не акцент, это черточка, но опять вот у вас скорее вопрос артикуляционный. Акцента сильного здесь не надо, но у вас вопрос времени.
дать на это чуть-чуть микрон времени, понимаешь, какой-то такой небольшой как будто оттяжки, да? Нам все равно потом делать акселерант. Но вот здесь это как раз было бы к месту. Вот то же самое, что ты делал на пиццикато, только еще из-за так. Видишь, он пишет та-ра-та-та-та-та-ра-та-та-та-та. Еще раз. Если можно, одна четверть. Там, пам. В том-то и дело, что можно попросить там вот этот материал, оркестр. Да. Вот за счет, вот видишь, вот то, что мы с тобой делали на пиццикато, да? И вот такое же количество времени, там, пам-пам, та-там, та-там, та-там. Понимаешь, вот это вот как раз то самое время, которое тебе нужно для того, чтобы это выговорить, да? При этом сильно не остановив темп, да? Никаких ни замедлений, никаких остановок, никаких цезур, даже микроцезур, да? Прям опять одна четверть. Это очень хорошо, но вот здесь у нас первые два такта замечательно. А вот эти два такта, та-та-та-та-та-та-там, па-па-ра-ра, они не сработаны. Надо тоже успеть проговорить, понимаешь? Или... Там, да, там черточки не стоят, но там уже взлет наверх самой интонации. Ее пропустить нельзя, получается, да, какой-то пассаж. Поехали. Прямо опять одна четверть. А? Спасибо. И вместе с этим привести, что здесь четыре раза, четыре этих такта, даже прийти в виде та-та-ра-ра, там. Разрешение вот в этот самый, вот в эту самую одну четверть, которая приходит, в пятый такт, да? Прям опять еще раз то же самое, чтобы была фразировка, понимаешь, чтобы оно на, что называется, наращивало развитие. Спасибо. Вот здесь я, например, как считаю, что вот пока-пока чиранда, который стоит на протяжении всего этого эпизода до репризы, да, до 21 цифры, здесь нужно делать ступенями. На какую-то йоту здесь не то чтобы прибавить темпа, а прибавить движение. То есть вот чуть-чуть на микрон буквально это надо рассчитать, потому что потом дальше пойдут 32-е, и чтобы это не было суетой, да, чтобы мы пришли в комфортный для себя темп и там смогли еще добавить, что называется, вот этого акселеранда. Потому что то, что ты сейчас сыграл первый раз, там в 32-х началась некая такая сумбурность, которая, может быть, хороша была бы где-нибудь, скажем, в какой-нибудь романтике, да? Но для Прокофьева это суетливо. Это когда 32-е пойдут. Мы сейчас к этому вернемся. Значит... Играем та-ра-ра-ра, та-да-дам, та-та-ра-да-та, третий, четвертый такт. Правильно, правильно штрихи. Нет, не так. Вверх, да, конечно. Чуть-чуть поточнее и более, не то чтобы для Прокофьева это не характерный момент, вернее не характерный, если я скажу истошно или истерично, но вот это драматично на грани какого-то срыва, понимаешь, вот это надо сыграть, вот эти верхушки. Понимаешь, вот это вот обязательно надо выговорить, вот этот момент, вот эти верхушки, да? Прямо и одна четверть перед триолями следующими. Там, там. Нет,
принципе, как там рассказывают. Опять же, там вершины тара-тара-та-тара-та. Тара-тара-та-та. То есть добавляется еще, там было татара, а здесь тара-тара-та-та. Вот это обязательно выговорить. Прям там-та-там-та. Нет, ре главное. Ре. Тара-та-та-ра-та. Да. Та-та. Это чистый, то есть вот такой же эпизод у Прокофьева в раннем скрипичном концерте. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тарам. Прям интонация в интонации. Ну, теперь уже у позднего Прокофьева используются те же самые мотивы. Я тебе неспроста советовал послушать его первый скрипичный концерт. Во второй части. Тан-т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 ан
вот у скрипки такой очень характерный момент. Вот это вот надо обязательно выиграть. Тар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 
Нет. Вот это соединить. Да. Хорошо. Спасибо. Вот это очень не то же. Здесь должен быть танец, понимаешь? Не то, чтобы там... Но все-таки, с учетом того, что там идет... А у тебя немножко... Так, в одну дуду. Три, четыре. Вторая доля наступила ранее. Тара-дара-дара-дара-дара-дара-дара. Зачем? Три, четыре. Да, и вот обязательно не пропустить. Понимаешь, они... Нет, но при этом я хорошо. На вылет. Вот! Вот здесь вперед. Спасибо. И самое главное, что на вылет таям, как свист такой хулиганский, таям. Не боясь, таям. Вот эти вот два флажолета. Этот и этот. Это сейчас очень хорошо. То есть мы потихонечку двигаем ступенями, да, в 20-й цифре, когда пошли 32-й, чуть-чуть опять вперед. И вот дальше, когда пошел третий заход 32-х, да, вот с этим самым присвистом, вот тут тоже на йодочку сдвигаем. И уже дальше, когда последний пассаж идет, мы уже на вылет на челеранду. Он уже начинает откровенно такой, должен откровенно челеранду сделать таким способом, чтобы это уже было явно передано оркестру. Давайте еще раз 20-й цифр. Там, пам, па-пам. Хорошо. То есть вот в этом пассаже, вот это уже действительно подряд на вылет, понимаешь? Да, последний. Понимаешь, что здесь уже особо ничего выделять не надо, понимаешь? Вот тут уже танцевальный сезон закончил. Шикарно получилось. Давайте сейчас это объединим с 19-й цифры. Вот этот. Одна четверть. Там, пам, па, па, да, 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 да. Ну, стоп. Точно. Нет, стоп. Немножко быстрее взяли темп, чем тот, который у нас получился. Давай подойдем чуть пораньше, опять оттуда, откуда начинали. Хорошо.
так сказать, понятно, технически сейчас это доучишь, да, чуть-чуть, просто чтобы не было таких стыков. Вот здесь как будто на одну лигу, самый последний пассаж. Здесь ничего особо сильно смычком выделять не надо, а то опоздаешь. Вот это вот, вот в таком ключе, это надо выучить, это будет пока-пока Сильвана, который он просил, не будет той суеты, которая зачастую здесь бывает, когда некоторые молодые музыканты начинают просто здесь нестись, и бог знает, какой там приходит, и убивается, самое главное, вот это, ям-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Если сделать очеранды постепенно, как бы от восьмой к восьмой, то получается, что будет нарушена вот эта его структура, вот этого вот акта, там, пам-пам-пам, там, пам, она должна все время работать. Вот ступенями, если двигаться, будет гораздо лучше. И только в одном случае, самом последнем, действительно, надо уже сделать это дело на вылет. В общем, как-то так, в этом направлении, да, надо все. Когда ты с оркестром будешь играть, тогда будет намного легче договориться с дирижером. В этом случае надо будет прогнозировать все то, что ты делаешь. Слава богу, здесь не такой сумасшедший темп. Это не концерт Элгара. Вот. Поэтому я надеюсь, что здесь все будет нормально. Прям давай. Тарам-тарам-тарам. Слишком рано начал расслабляться, вот здесь, распевать такие песенки. Рано подвести к тому темпу и к той широте, которая пойдет в оркестре, да? Надо только вот с этого места. Только отсюда. А до этого это какое-то борение бесконечное, бесконечное. Какая-то такая боль вместе с какими-то просящими, с одной стороны, интонацией, с другой стороны, не жалобными. Боль это не означает, что мне вот больно, я тут раскисаю. Нет. Она наоборот, вот человек тут как будто бы что-то пытается вырваться из этого всего. Поэтому все эти. Кстати, мне эти штрихи не нравятся. Надо одинаково. А вот это в дальнем случае. Отсюда. Дальше мы идем. Вот до сюда довести. И потом еще. И еще. Так же. Просьба через боль. Понимаешь? И вот только отсюда. А до этого все время вот это, ну я не могу сказать, что томлением это не назовешь, но вот именно вот эти все та-ра-ра-та-р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 а
невероятной широты и красоты, чистой прокофьевской, и доброты при этом. Давай прямо опять оттуда, я понимаю, что это трудно, но... 21-е. Хорошо было. Вот здесь не останавливай. Не садись сюда. Да-да, вот она начнет дальше работа. Нет, ты замедляешь. Нет, стоп. Это выговариваешь вот эти. Здесь спешить не надо. Тарарап, та-ла-ла-тарам, па-ла-ла-тарам. Понимаешь?
Чего ты здесь распеваешься, как соловей-разбойник? Не то, чтобы бросить, не то, чтобы вторую восьмушку с точкой, но не надо ей внимания уделять. Надо не приводи ее в следующий так. Я только очень хорошо все сделал, только... Все-таки сюда. Запела широко. Отдал. И наконец вот это. И у тебя вместо пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам пошел аккомпанемент не то чтобы лирического характера, а кантабельного характера. Прямо лам-пам-пам. Богдан, а давай сделаем здесь, пристегнем отсюда. Смычок. И так сыграем, чтобы не было такой зверской дырки. Да, это намного лучше. Это намного лучше будет, понимаешь? Не надо. Лучше так, это, потому что это фа туда, а вот это фа сюда, понимаешь? Как будто бы она на линке, понимаешь? Что касается, здесь очень опасное место, анданте прима, здесь, когда с оркестром играешь, надо, конечно, сильно договориться с дирижером, потому что это должно быть чуть сдержаннее, чем в экспозиции, потому что как вот эта та самая связующая партия вдруг становится заключительной. И не просто заключительной, это просто кода, откровенно. То есть он здесь по форме, что вытворяет, он... Огромную сделал экспозицию, вот такую разработку коротенькую, да, и в репризе только дал, да, по большому счету, тему как бы не в полном варианте, а наоборот, продолжая ее как бы разрабатывать, да, вот с этим интонированием, да, с этими интонациями боли, и вдруг, наконец, она привела к вот этому огромному прокофьевскому поэтическому оркестровому материалу, который продолжил вот тот материал главной партии, который у тебя был, та-та-ра-та, вот это. И вдруг вот у них совершенно с другой гармонией, в другую сторону, с умиротворением, с невероятным теплом, с невероятной поэтикой и добротой. Вот то самое прокофьевское настоящее, что у него расцвело пышным светом, как мы с тобой уже говорили, в позднем творчестве. То есть все те богатства душевные, которые там были у него, они... Здесь просто вот в полной мере начинает играть. И одним словом, это невозможно сказать, что там слишком много всего такого, что от которого просто вот действительно замираешь. Когда вот этот оркестр здесь вступает, это, я не знаю, у меня практически всегда ком в горле. Ну, извините за сентиментальность. И вот здесь «Анданте прима». Анданте прима, видимо, имеется в виду то самое анданте, которое было в самом начале, то есть какое оно было. И здесь чуть спокойнее, но движение при этом оставить, чтобы это было с движением, потому что у нас даже впереди будет адажио, совсем завершающее. Да? Ну, к этому мы подойдем. Прям что-нибудь. Та-ра-ра. Да. Нет, это слишком замедление. Та-ри-ра-та-та. Чуть более говорю. Mm-hmm.
Понимаешь, там она была, смотрите, что же сейчас будет и куда-то приведет. А здесь уже более спокойно, вот послушайте, какая тишина, и какая, какое спокойствие, какая тонкость, и какая-то, не то чтобы звенящая тишина, но вот этот элемент, прислушайтесь, остановитесь, должен здесь находиться. Но при этом это не должна остановиться фраза. Прямо еще раз оттуда. Спасибо. Ну, все-таки поточнее было бы. Я не говорю, что надо вот это да, но все-таки спокойствие в триолях, да? Они не должны беспокоить. При этом они должны плавно идти дальше. Прямо с тебя. Нет, они беспокойны. Нет. То есть я не сажусь на первую ноту. Понимаешь, это вот такой легкий бриз, который идет, но он одинаковый, он без всяких порывов, без всяких дуновений даже. Нет, уже та-ра-та-та-та-та. Нет, у тебя вторая триоль просто подрезается. Вот. Хуже. Вот здесь не надо раскрываться. Здесь не надо никуда стремиться. Насладиться вот этой. Да. И вот только и вот здесь добавить уже теплоты и нежности, да? А здесь именно вот если ты вот этим ритмом сделаешь все, вот так вот будет достаточно. Понимаешь? И найдешь краску в правой руке. Сейчас пока немножко примитивновато такая, она более воздушная должна, но при этом осязаемая, потому что иначе оркестра не пробьешь. Поехали. Опять не точно. Хорошо. Меццо-форте экспрессиво и пьяно экспрессиво, да, который вот там запирает. Более теплый, более густой, понимаешь, должен быть тембр в этом меццо-форте. В этом будет в правой руке, в первую очередь, будет экспрессиво, а не в левой. И самое главное, это все петь надо уже, понимаешь, абсолютно кантабельным звуком. А прямо со второй доли раз, вот это. Смотри, как он интересно пишет. Раз, два. Вот мы запомнили. То есть он не делает, он же мог первую долю написать, меццо-форте. Нет, он пишет именно вот с этого. А у тебя получается? Понимаешь, а должно быть. И
получается так, что она на контабельной основе ничего, ни на каких долях он здесь не сидит. Понимаешь? Давай. Раз, два. И набираю. Нет, ты стучишь, стучишь и еще замедляешь. Замедлять здесь уже нельзя. Надо играть в том темпе, в котором уже пришли. Извиняюсь. Потом, ну там же, сыграй, пожалуйста, мы делаем там-пам-пам. Ну куда здесь замедлять? Кто ж тебя ждать-то будет? Видишь? Давай. У них материал такой, который не останавливается. И здесь очень хитрая штука, смотри. Пою. А здесь нету. А здесь, наоборот, мягкая кантабель, понимаешь? То есть выразительно сыграть еще более выразительно, силя. И при этом точно. Давай еще раз оттуда. Три, четыре. Этим звуком. И поем, поем. Жирно. Как будто другой инструмент, понимаешь? А ты продолжаешь, хоть и тише, но тоже практически тем же звуком, что было там. 25. Потерял. Во-первых, атака должна быть мельчайшая, нижняя. А у тебя... Оп, и все, и ты потерял вот это состояние. Удержать во что бы то ни стало вот этот самый звук, и все внутри этого звука. Мало чего можно позволить с точки зрения интонирования волн, да, каких-то определенных динамических, просто на одной волне. Вот есть старые записи Натальи Григорьевны Гутман, вот она это делает совершенно феерически, она просто ее как вот что-то осеняет, и она совершенно божественно вот такие состояния чувствует и держится. Потому что мне не обязательно это с Прокофьевым. Давай, 25. Хорошо. Вот лучше вот здесь ты бы сыграл. Да? Более поэтичен, чем здесь. А? Куда крещеный? Я куда крещеный сделал? С таким трепетом. Нет, пойми, вот здесь, на этом пьяно экспрессиве, это трепет невероятной тонкости прокофьевской. Во! Молодец! Держи. Сюда, держи! Нет, ну не так тупо же, села. Знаешь, в чем секрет? Чтобы, не дай бог, вот когда при смене смычка, ничего не... ничего не утвердилось. Наоборот... Понимаешь, вот она... Вот так. Понимаешь? То есть никакого утверждения смычком. Наоборот, как будто бесконечный смычок совершенно. За тем, как у тебя вверх смычок идет. Там непроизвольный крещендо получается. Вот! Так, и доброта закончилась. Так,
То есть можно добавить, тем более вниз идешь, да, иначе тебя никто не услышит. Но опять на основе того, той теплоты, которую ты уже, которую ты удержал. А ты немножко о другом стал играть. Ре. Ну, потеплее здесь. Найди краску. Вот такую, а не... Ре, 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 ре. Не, вот, вот, пожалуйста, прикоснусь к ней так же. И про акцент не забудь. Такой мягчайший. Все неплохо, но ноту ре, пожалуйста, она за тобой, потому что ее пока не плоская абсолютно. Видишь, тембрально у меня абсолютно одинаковые ноты. Грубо. Да, вот тогда на основе этого звука ты можешь даже малюсенький крещендо сделать ре. Потому что акустически неизвестно, как будет, какой будет зал, какой будет оркестр, как они будут аккомпанировать, понимаешь? И из-за этого будем вносить корректировки. Только, вернее, как носить? Вот ты будешь сам играть и сам слышать, проходит это или нет. Или запишешь себя там на диктофон и будешь знать в меру и степень того, что нужно прибавлять или наоборот, да? Но сам характер звука должен остаться таким же, и фазировка такая же, и содержание тоже. Прямо 26. А, вот это. Ты знаешь, я бы хотел, чтобы это было как ожидание сказки чего-то. А у тебя немножко так получается. Во-во-во. По краске хорошо, но по содержанию... в этом произведении остановку не просто какой-то бури и там, боли, или наоборот сверкающей какой-то радости, или здоровой радости, или стремление вырваться что-то так, от чего-то такого достаточно трагедийного, да? А именно вот как та самая степень тишины, которую нам нужно услышать, которую нельзя спугнуть не только формальным ощущением этой тишины или какими-то музыкальностями, а еще и отсутствием теплоты в должной мере и невероятной нежности. Почему я так об этом говорю? Потому что вот это... Или, скажем, вот эта краска, она должна быть наполнена какой-то удивительной сокровенностью и вот какой-то, вот ее надо сыграть какой-то определенной плоскости, чтобы удержать это состояние. В этом звуке должна быть мягкость и теплота, но ни в коем случае не мясо. Вот я тебя пытался сейчас изобразить. Я же ничего не утверждаю здесь, да? Звук, с одной стороны, мягчайший, с другой стороны, достаточно конкретный. Пробуем. Я бы здесь вообще закрыл.
Довольно. Нет, ты думал, по деловому играешь, а? А должно было. Да я же не случайно здесь двойную ноту, он совершенно спокойно мог без нее обойтись. Вот этот голос закон. Ну, он пошел сюда. А это как будто другой инструмент вступил, но с тем же самым тембром. Или так, одна виолончель и вторая ее перехватила, понимаешь? То есть пересадила эстафету, и она пошла вот дальше, дальше, дальше. Ушел. Осторожно, да. Единственное, что я тебе советую. Играть здесь так, а? Да. А это на раструне, а? А вот здесь ты не готов, совершенно, а? Ты как бы не то чтобы... А? Иди, а? На основе этой трепетной нежности добавить их в свой символ, но не разрушая ее. Нет, вот ты их соединяешь. Не надо. Не. То есть да. Не да. Это туда, это сюда. Богдан, вот это очень хорошо было. Да, один. А здесь потерял. Максимум нежности. Максимум любви. Куда? Хорошо, только. Вот так. Жирно? Нет. Поэтика предельная. Нет, это аромат. Вот. Держать ее до самого конца. Нет, не торопись. Спокойно. Мягкий, медленный переход, он без лица. Виолончели тебе помогут. Твои коллеги здесь. Знаешь, в чем дело? Вся проблема заключается в том, что нас потом ждет страшная вторая часть. В каком смысле? Там 18 минут музыки чистой. Там действительно тебе и полная соната Аллегро с вот такой разработочкой. Все как полагается. Прям по законам жанра. То есть вот. По большому счету, первая часть, здесь удивительная форма, да, огромная экспозиция с огромным количеством тем, материала, где его просто распирают от не то чтобы фантазии, а от переполнения самыми различными чувствами, где один материал сменяется другой, восторг, счастье, боль, трагедия, какая-то решительность и много чего, и поэтика. И тонкость, понимаешь, вот как бы дается такая заставка вот всех комплексов человеческих чувств, различных, причем зачастую, которые одно с другим вроде как не сильно сочетается. Помнишь, мы говорили с тобой, как вот на протяжении буквально нескольких тактов, 2-3 смены, да, вот различных совершенно состояний. Понимаешь, то есть вот это все богатство человеческого мира, все его по какую-то проблематику того, как трудно вот с этими душевными богатствами, совмещать то, что происходит вокруг, там, скажем, в современном мире, и при этом удержать, и при этом остаться полным любви, тепла и света.
Вот это вот как бы сразу дано вот это все в первой части. А уже во второй части, которую мы потом скоро с тобой начнем делать, там уже действительно вот это все начальное состояние, оно уже приобретает определенное направление, да, с теми же самыми богатствами. Но по большому счету получается, что если так смотреть грубо, то это вступление, интродукция, пролог, я бы сказал, даже не вступление нельзя назвать, интродукции тоже не назовешь, пролог, и увертюру мало, скажем, да, как в опере, а вот именно пролог, большой пролог, как в опере, да, как там, помнишь, там в «Борисе Годуновике» там такой пролог, вот это тот самый пролог, в котором показывается все то, что у нас имеется, да, и потом, соответственно, это будет развиваться в ту или иную сторону, да. Вот поэтому вот к этой части надо отнестись именно таким образом, понимая, что какое ее место в этой симфонии концерта. Да? Ну, я все не стал спрашивать тебя о том, какие инструменты, когда там с кем играют. Да? Вот. Я надеюсь, что ты это сам подробно изучишь, потому что симфония концерт, не концерт для виолончели с оркестром, а симфония концерт, все вот так вот переплетается. Надеюсь, у нас все в дальнейшем это примет соответствующий вид, который мы сможем показать уже на концерте, сначала с роялем, а потом уже, я надеюсь, и с оркестром. Всего. Спасибо большое Арине Хабибуллиной, нашему концертмейстеру замечательному, которая справилась и выучила такую тяжелую партию, потому что это оркестр, в общем, оркестр Прокофьевский со всей полнотой. Вот. Всем спасибо. Всего доброго, до следующих встреч.